Про упомянутую тобой пресс-конференцию в 35 миллиметрах, потому что там прозвучало словосочетание «общественно-политический контекст» или что-то такое, в частности. Да-да-да, в кулуарах там говорили, что Ермольник на самом деле сыграл Путина. Человека, который Женя, перепахал... это старая сплетня. Это сплетня родилась тогда, когда мы начали снимать кино. В 99-м году вы начали. В 2000-м мы начали снимать, в 99-м были пробы. А уж сейчас я точно понимаю, кого я играл. Я на самом деле играл Германа. Я играл Германа в том смысле, как он видит жизнь, как он себе видит героя, как он верит в победу этого героя или не верит, как этот герой функционирует, этот рыцарь. У которого повышается давление, течет кровь из носа. То есть он нормальный, живой человек со всеми болячками, страстями и недостатками, и достоинствами, которые свойственны человеку. Румат очень разный. Он такой же разный, как Герман. Я думаю, что я сыграл представление Германа. Герман всю жизнь свою посвятил очень определенной цели. Да, все его картины, они все равно, знаешь, как... Это петелька-крючочек. Он все равно вот шел к картине «Трудно быть Богом». Я думаю, что это одна из самых совершенных и полных его картин, если придерживаться позиции того, что Герман всю жизнь разбирал человека. Да, он пытался понять, что такое человек, кто такой человек, зачем он рождается, зачем он живет. Вот все эти три картины – это как итог. Мы не думали, что это будет итогом. Он же хотел еще один фильм снимать. Он хотел снимать «Скрипку Ротшильда». И очень смешно говорил: «Ленечка, наверное, после этих лет ты не будешь у меня больше сниматься, не согласишься». И я искренне ему говорю: «Алексей Юрьевич, с вами готов работать всегда». Вот, поэтому мы же не думали, что... Мы еще шутили так глупо. Потому что он всегда говорил, что он себя плохо чувствует. Он часто болел, и все. И я искренне могу сейчас попросить прощения у тех, кто нас видит. Я всегда думал, какой он все-таки симулянт. Вот мне кажется, что он не болел, а он все время, когда ему не хотелось работать, или он не знал, как дальше, да, быть, он говорил, что он болен. И я даже шутил: конечно, потом будет и картину без меня представлять. Я тебе клянусь, я это говорил. Что переживет все. Я прошу прощения, потому что получилось все как-то так совершенно... Получилось так, как получилось, тривиально. Как должно было получиться. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».